Куарган япрақты тал шикелле. Бақсала еді әдәм күртемдәне. Ғилем менен күз хилеһе бал шикелле. Постыдно жить невеждой и убогим, уподобив себя четвероногим. Как сад весной джигит расцветет, коль к знаний свету дорогу обретет. Каждый год середина декабря – это день рождения Акмуллы, и мы в республике открываем международные акмуллинские дни. В этом году год необыкновенный, 185 лет просветителю, писателю, поэту, философу. Вот только что мы прослушали его стихи в переводе и в башкирском, и в русском варианте. И, наверное, вы ощутили здесь и призыв к знаниям, и ощутили, какой складный стих у человека, и какая философия там заложена. Акмулла является башкирским великим просветителем, консолидирующим тюркских народов. Сегодня мы должны все вместе, так сказать, хвалиться Акмуллою, потому что он был действительно великим человеком, он степной демократ, так сказать, всю жизнь посвятил просветительству. А это великое дело. Он ничего не имел, кроме как желания, чтобы увидеть свой народ просвещенным. Все познается в сравнении. Если поедешь в деревню Суксамбай, если поедешь в деревню Миякинский район, если поедешь в Баймаковский район Муллакай, если поедешь в Учелинский район, Кугарчинский район, люди, особенно пожилого возраста, знают Акмуллана. Знают Акмуллу, повторяют его стихи. Наш учитель всегда повторял каждый раз его словами. А мы не думали, что это Акмулла говорил. Вот так прямо. Вот она же вот такие слова. Оказывается, это были слова тоже Акмуллы. Как Курай – это душа башкирского народа, да? Так и Акмулла – душа башкирского народа. Вот его строки «То просвещен и ремеслу обучен» о многом говорят. И это говорит о том, что творчество его, его биография, в общем, вот как личность, конечно, не имеет срок давности. То есть вот сегодня приветствуется специалист широкого профиля. Я хотел бы, чтобы точно так же, как сегодня был бы, если бы Акмулла был в этом зале, ему бы наши работы понравились. И он бы вот эти вот свои слова повторил бы. Я хотел бы, чтобы и всем присутствующим в этом зале только понравились наши работы.